Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в автомобиле сотрудники ГИБДД. После длительного преследования водителя автомашины удалось задержать на Покровском тракте в Якутске. На данном этапе установлено, что в ночное время 3 августа текущего года компания из нескольких мужчин и женщины после посещения одного из ресторанов города Якутска следовала на автомашине «Тойота» по улице Билибина. Там она была замечена сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД. На неоднократные требования об остановке водитель транспортного средства не реагировал, создавал аварийные ситуации. И в результате длительного преследования экипажами 5 автопатрулей автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД за городом. Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при осмотре автомашины в салоне обнаружено тело мужчины. На момент осмотра следователи внешних признаков насильственной смерти криминального характера не выявили. Водители и пассажиры автомобиля задержаны и доставлены в отдел полиции. По результатам проверки следователям Следственного комитета будет принято соответствующее процессуальное решение.